повторяйте, как хотите, но это было по-владикавказски. Очень эффектный гол. Такой шальной, не без элемента везения. Делать передачу под утра Кулишеву. Гол! Какой же чудо-гол! Подача с углового. Пряхин это делает. Скидка, удар! И положение вне игры не фиксируется. И Гузина забивает свой 14-й гол в нынешнем чемпионате. Укрепляет себя в споре бомбардиров. Но гораздо, наверное, важнее, что возвращает Балтику в игру. Но вот он, стандарт. Еще один гол со стандарт. И это классно было. И задержался там Плиев. И он сделал это положение Гузины легально. Это контратака Алании. Здесь надо выходить. Но все-таки они забили. Браво. Браво в Машуков. Машуков. Ударяйте как хотите, но это было по-владикавказски изящно. То, за что любит футбол в этой республике, это было превосходно. Захлебнулась одна волна атаки. Открылась другая. Тимошенко мяч получает, хорошо протаскивает, бьет поворотом и гол! Что за начало? 26-я секунда у матча, и Тимошенко открывает счет в сегодняшней встрече. Вот это да, вот это привет! Заброс вперед на Артема Делькина. Делькин, правда, скинул неудачный забег. Хороший удар, и какая красота! Сейчас в воротах Волгаря. Это Данил Карпов. 21 номер. Очень эффектный гол. Такой шальной, не без элемента везения. Упал на газоне Артем Симонян. Самойлов делает передачу под утра Кулишеву. Гол! Какой же чудо-гол! Артем Кулишев забивает втором туре подряд паутину и рикошет за линию ворот. Шили в концовке. Все-таки додавливается Хабаровск, и Кулишев забивал Туле, забивает Хабаровску. Давайте смотреть. Самойлов здесь пытался прострелить, очень неудачно действует Денис Фомин. Адресует мяч прямо на ногу Кулишеву, и Артем Кулишев с правой ноги в ближнюю девятку, в крестовину уже забивает паутиночку.